Че, не выдержала душа, да? А? Не выдержал? Я палатку ставить, у меня руки мерзнут, я начинаю мерзнуть. Палатку, наверное, буду ставить. Хочу. Вот он. О! Ох, добрый. Красавец. Хорош. Выдрочил я его. Хорош. Выдрочил. Ни одного. А Вовка, он еще там, у него еще где-то тут лежит. Ну вон. Три. Ага. Сейчас попробую не подсаживать свеженького, раз попробую. Ну там вот не получалось. Свежего подсаживаешь. Есть. И выдрачиваешь его. Да, выдрачивать надо. Вот. Поднимешь, потом опустишь, полежит и да. На подъеме, блядь, берет нам. Постучишь раз 5-10 по дну, блядь. Вот. Я говорю. Поднял, блядь, потом опустил потихонечку, постучал, блядь, полежал, а потом подумать начинаешь, бывает, чик, ну, подклюнет. Вот, тук-тук-тук-тук-тук, хорошо, если песочек там, а если ил? Ну, а ил, он это... Все равно все подымает. Подымает, да. Так по песку-то постучишь, да, а если ил? Да, рыбаки, блядь. Ладно, я бур возьму, подвижу, тоже подвижу, поставлю палатку. Приехали сегодня на ИК по темну, зашли, забурились, закормили, ну и первый так в 10, думали, хорошо будет, а не тут-то было. Трудовая получается рыбалка на сегодняшнего окуня. Миша с Лешей на балансиры, на блюсинки тоже. Леша первый поймал. Ну, как бы была надежда такая, что все попрет. Но что-то это самое, сегодня слабенько. Мелкого много. Такой вообще 5-сантиметрового. Не хочет сегодня. Играешь. По дну постучишь. Приподнимешь. Опустишь. Поднимешь опять. Поиграешь. Вяло сегодня. Очень вяло сегодня. Ну, уже рыбаки с озера некоторые плюнули, собираются, домой пошли. Раскачал лунку одну, двоих выхватил. На новом месте сменил место. Все, затишье, пошел на другую. Раскачал хороший такой, грамм 400, наверное, 350. Все. Две лунки вот эти вообще не работают. Три не работают вообще. Качай, не качай. Уже не только мормышем, уже мотылем прикармливаешь. И что-то тишина. Миша с Лешей вообще ушли вон далеко. Блеснят от камыша на частину. Наши вон ребята не выдержали. Палатки поставили. Мало народу. Сегодня мало народу. Это проводка у тебя называется плавная черпаком? Ты как ни назови, лишь бы ловилась, да? Да пиздец, ну. Чё-то я навредил себе, бля. Чем ты? Навредил, да? Навредил я своей рыбалке, блядь. Оторвал мормышку, бля. Уловистую. Я, Димка, как морж. Улегся на снег, понял? Черпаком лупит по сторожкам, бля. И ловит, бля.
Ну что, будешь вытаскивать? Вот какие удочки надо иметь. Да. Удочка поплавок. Сама. Сама все делает. Хорошенький. Пока папа кушает. Пока папа кушает. Пока папа проебал. Вот, а другая бы утонула. А если бы не дядя Вова, она бы тебя уплыла бы. Нет, а если бы не дядя Вова, может быть, на нее бы еще более крупный бы сел. Помешал я, да? Ну, так получается. Сейчас пойдем чай пить, кофе. А я думал, нет, всплывает из-под воды. Я понаблюдаю. Можешь пока мотылька можно? А? Мотылька можно. Да, кому тут надо мотыля пересадить? Я готов. Вот такая вот прикольная удочка у дяди Жени. Я хочу удочку твою поснимать. Дай, посмотри. Это конструкция. Лихая. Угу. А тут уже облупилась, да? Нет. Или так и было? Нет. А, там этот, пенопласт туда, оттуда торчит. Ага, вижу. Это вот эта трубка, она вот выходит. Я понял, что она тут сюда вот выходит, эта трубочка туда заводишь. Угу. Непотопляемая такая удочка. Точно. Хорошая. Наверное, щучка-то утащит. Да как бы это самое, такой поплавок. Смотря какая. Смотря какой. Смотря какая пипячка. Глубина. Да. Какой лед, блин. Да. Вот они. Сковород, конечно, что-то. Угу. Утку поймали. Зажарили. Сейчас рыбы нажарим. Вот. Лед растопили. Игорюха чай пьет. Главное только желтый лед не растопить. Это белый. Нет, ты видел белый, блядь? Да, белый. А что еще сказать? Желтый. Главное, желтый снег не есть, да. А еще есть стаканчики, да, чтобы меня чаю налили. Ну термос у вас там, что вы? Есть. Он, правда, не знаю, заварится, нет. Он не такой. У меня кофе есть, черная карта, короче. И молоко специально взял пакет, чтобы это. Чтобы кофе с молоком пить. Пить кофе с молоком. Слушай, я тебе могу, если тут что-то есть, могу тебе подлить. И разбавишь. Давай. Мне подлей тоже. Я кипяток-то не пью, и как раз больше чая вам будет. Да это не кипятко, здесь, видишь, желтая водичка есть. Разбавим, блядь. Все. Вы что, в термос писали? Это у нас отдельно заварка, блядь. Мы еще мыли. Да это, как его? Кипяточечку. Кипяточку еще? Ну, глоток много не надо, там чуть-чуть. Ладно. Я хотел закипятить. Короче, в 4 часа утра уснул. В 6 проснулся. Хорош. А ты из-за этого это, что отрубился под утро и все? Угу. Вот не мог заснуть. Я не могу заснуть это перед рыбалкой. Короче, дурака валяю, хожу. У меня такая же фигня была. Но я и как железную это, силу воли, блядь. Как ты это поборол? Просто лег и вот заснул. Так вот, блядь. Ну че? Креветок. Окунь сейчас молодец. Вот будет бешеный клев. Ты думаешь? Нет. Не верю. Делаю. Опа, Женя! Сошел, пару. Я на тебя отвлекся. Ты размечтался, видать, что ли? Да. Не о том думаешь. О ротане, наверное, думаешь, что полукилограммового. Да он тут 4 раза клюет уже, 5-й раз поклевка. А может, я думаю, может мелочь под... Вот опять было, слышь. Не засекается, что такое. Да ну не может, там крючочки такие. Я тебе говорю, вот он сходит. Либо мелочь подошла, либо что. Ну прям что, такая прям мелочь. Да нет, конечно. Ну. Непонятно. Ну прям я чувствую, как он на этом, на крючке. Mm. Не могу взять. О, есть. Что за херня? Мелочь, ага. Он просто
нежно это все делает. Торжовый гад. Красавец. Ой, дай мормышку. Нехороший чё. Сейчас он в лунку заскочит. Нет. Она не позволит туда. За мамой с папой пойдет. Давай, по-моему.